Очень скромная, хотя на ее месте можно без сомнения называть себя суперзвездой. София участница многих международных музыкальных конкурсов, и она не просто ездила и набиралась опыта, но и оставалась лауреатом и победителем конкурсов. Вот уже как год София покоряет другую страну. Она успешно в прошлом году поступила в Пражскую консерваторию и посвятила себя всю музыке. Поет София. Сегодня она на себя примерит образ цыганочки Эсмеральды из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Аплодисменты! Секунда, ты писана виновной колдовстве, разврате и покушении на жизнь Феба. Я проведу на Грецкую площадь через весь город в одной рубашке, и там повесят. Молись!
все, совсем мы тебя не отпускаем со сцены. Тебе такой вопрос. Вот твоя героиня мечтает жить для любви. А о чем же мечтаешь ты? Честно говоря, в моем возрасте я еще не знаю, для чего мне жить. Так что я просто живу в удовольствии, наслаждаюсь каждым днем. Но я думаю, наши гости согласятся, несмотря на ее юный возраст, у нее довольно неплохие успехи. Поэтому она достойна ваших аплодисментов. Антон, пару слов о выступлении Софии, пожалуйста. Мне кажется, что Виктор Гюго гордился бы твоим выступлением. Ты действительно передала вот этот вот внутренний мир Эсмеральды. Ты действительно здорово справилась. Ты не пела, у тебя просто лилось, понимаешь, как такая клевая река. Она такая спокойная, она такая здоровская. Вообще супер, молодчина, классно. Ну что ж, благодарим Софию Чабан.